Всем привет, продолжаем мы с 16 дня. У нас всего 5 кредитов, по-моему. Поехали. 8 декабря. Какие-то новые правила будут или нет? Какой-то ключ есть. Ага. Так, Министерство юстиции изменило порядок охраны внешнего периметра. Теперь вы обязаны реагировать на попытки незаконного проникновения через границу. Вам выдан ключ. Услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик с винтовкой, заряженный транквилизатором. Компенсация за каждого остановленного нарушителя получает премию. Если вы стреляете, но промахиваетесь, сумма снижается. Правила обращения с оружием. Изучите схему следующей страницы. Применение так. При сигнале тревоги. А где это? Это, наверное, чуть позже появится. Вставьте ключ, открыть доступ к оружию. Взять оружие, прицелиться и выстрелить. Времени будет мало, действуйте быстро. Разыскиваются. Хорошо. Пока нельзя, да? То есть это ключ куда-то вставить надо будет. Ты задержал 3, вот. За премию за запчасти от бомбы. Наш взвод переводит в тюрьму. Я сюда ходить больше не буду. Буду заносить деньги тебе домой через день вечером. Хорошо. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Мне дали здесь работу. Продолжительность визита 6 месяцев. 6 месяцев работа. Бухгалтер. NG Шерин. Патро PG. Так, правильно, работа 24. Так, давайте проверять штампы. Проверяем. Совпадают. Кстати. Ой. Но она ж не поставилась. Ладно, я случайно нажал. Ну, может, у нее что, чего-то нету там, кто знает. Ну, не повезло мне. Цель ревизита. Работа цель 2 месяца, да. Завтра, кстати, истекает. А, вот это уже истекло, извини. Все, можно, короче, отказывать. Тик-тик-тик-тик. Ваши документы. Какова цель поездки? Здесь по медицинским показаниям. Ну, извини, у тебя документов нет. Мне для операции документов не дадут. Он мне 10 дал. У меня такая работа, чувак. Ты можешь мне что угодно сказать, я тебе не верю. Транзит. 2 дня. Даниэла Вебстерис. Короткие волосы. Проверим. Совпадает. Хорошо, документы. Разрешение на въезд проверяю. Совпадают. Теперь давайте карту регионов проверим. Импорт. Хасан, все правильно. Фотки здесь нету такой. Что еще проверить? Код этот совпадает. Так, здесь все правильно. Все можно. Женский пол. Все можно. Ехать себе. Это снова я. Много инженеров попалось. Мне позвонили 4 человека. 3 были инженеры, строители. Они. Мне ни к чему, мне нужна механика. Я же вам сказал. Ладно, сойдет. Последняя оказался.
Хорошо. Месов Онегович. 28-го, мужской. Давайте рост проверим. Совпадает, это Арстоцка. Так, давайте проверим карты регионов Арстоцка. Арвичвинар. Ну все, короче, чувак не в розыске, можно его. Плюс у меня деньги подвез еще. У меня теперь с деньгами получше будет. Ваши документы. Какова цель поездки? Транзит. Продолжительность визита 2 недели. Арпат Серповицкий. Арпат, очки есть. Проверим рост. Совпадают. Весит он столько же. Проверим-ка документы. Проверим штамп. Совпадает. Мужской. И давайте проверим Объединенную Федерацию. Шингтон. Все правильно. Проверяем это все правильно. Дата правильно. Транзит. 78. Внешность. Все. Поехали дальше. Так, надо еще этих проверять. Я забываю иногда проверять. Так, работа у него, да? На 1 год работа. Все, короче, я попал. Все нормально. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Сын болеет, нужно лекарство. Улучшение. Двойной щелчок для быстрой проверки. Ага. А, вот почему улучшение. 5 баксов. Теперь я понял. Голод, болеет. Короче, все так сделаем. Я не буду улучшения делать. Хотя давайте, почему бы и нет. Все улучшения в игре будут тогда. Все, пойдем спать. Инцидент в Грештине. Границы на замке. Можно не сомневаться, граница будет нарушена снова. Объединенная Федерация не приняла антигрианского разоблачителя. 9 декабря 82-го. А что за чувак здесь ходит? Какой-то интересный цвет у него. Так нам, что ли, придет сейчас проверка? Применение оружия. При сигнале тревоги вставить ключ, открыть. Взять оружие, прицелиться, выстрелить. Я слышал, ты из Нирска. Я там вырос, но уже много лет не был. Не город, а грязная дыра. Как был, так и остался. Ах, точно. Я тоже таким запомнил. Я Сергио, рад познакомиться. Я тебя буду охранять как следует. Хорошо. Это мой охранник. Какова цель вашей поездки? Я буду здесь работать. Продолжительность визита на 1/2 года. Проверяем сразу же. 1/2 года работа. Все правильно. Так. Гонзало Баррера. Гонзало Баррера. Даты все совпадает. Внешность бачки. Проверим мы это. А, теперь можно двойным кликом все делать. Прикольно. Так, ну что, надо проверять тогда его город. Мужской он там. Где он? Антегрия. Антегрия, Сан-Мармера. Правильно, теперь мы будем проверять документы. Разрешение на въезд. Разрешение на въезд совпадает. И разрешение на работу надо проверить. Разрешение на работу совпадает. Все, давай ставить ему. Thank you.
Замечание, внешняя ошибка, срок истек. Внешние данные. Ваш документ. Нападения на границе не имеют отношения к нам. Ответственность лежит на неизвестных экстремистских группировках. Цель ордена – подорвать работу коррупционного центра, а не убийство невинных. Сегодня прибудет агент, и его задача – обнаружить экстремистов. Хорошо. Давай дальше. Цель поездки транзитом. Останусь на 2 дня. Ну, давай проверим. Давай пропустим. Какова цель вашей поездки? Я здесь просто транзитом. Продолжительность визита пару недель. Транзит не совпадает. Короче, да, просто ставлюсь. Вали. Гости 2 месяца, да? Проверяем даты 21-го, да. Даты совпадают. Проверяем с это. Это совпадает. Наталья Висковна. Темные волосы. Проверяем. Проверяем это. Так, проверяем документы. Совпадают. Ну и все, давай ставить. А, мы еще антегрию не проверили. Давай уже по максимальному. Хоть это никогда такого не бывает уже, чтобы антегрия там не совпала. Надо следить, чтобы никто не перелез еще. Цель поездки. Международная пресс-карта. Что это? Вали отсюда. Это возмутительно. Почему мне отказано? Ваша пресс-карта не дает вам права на въезд. Это нарушение прав. Я не позволю вам надо мной издеваться, коррупционеры. Так, кто у нас тут? Арстоцка. Так, 20-го. Правильно. Проверяем рост. Так, вес Карков Олег, Алекс, так, Восточный Грештин, Арстоцк, Арстоцка, Восточный Грештин, а где, откуда он сам, район Вазенфильд, район Вазенфильд, все вроде как нормально, а, подожди, внешних данных ж нету, да, внешних данных нету. Это общие правила, внешние данные для иностранцев. А, это ж не иностранец, все правильно. Следующий. Ваш документ. У тебя нету, короче, для иностранцев. А, подожди, личная карта. Где ваша личная карта? У меня такого не было никогда. Ну, не было и не будет. Следующее. Навестить родственников. Продолжительность визита в гости 3 месяца. Так. Не совпадает. Даже не знаю, что сказать. Арест. Пройдемте. Я хочу навестить родственников. Значит, в гости.
пару недель совпадает, совпадает, даты совпадают. Проверяем номер, номер совпадает, имя совпадает, очки, у него нет очков. У меня внешность изменилась. Хорошо, давайте проверим твою внешность. Не совпадает. Все, сейчас мы его арестуем, кстати. Хорошо. Нам 5 баксов за это дадут, так что нормально. За каждых двух арестованных 5 баксов. РПС пригласили в гости. Продолжить визиты, думаю, хорошо, в гости. Так, истекло уже все это дело. У меня были дела. Были дела, значит, ничего странного. Ничего страшного, в следующий раз придешь. Быстро я начал все делать, находить ошибки эти все. Так, похож. Цель визита. Работа. Короче, у него работа, здесь другое. Все, не берешь, не идешь никуда. Ваши документы. В гости. На 8 недель. Номер правильный. Габриэл Корбелов. Габриэл Корбелов. Совпадает. Короткая стрижка. Я что-то не вижу у нее короткой. А борода, не это не написано про нее. Я ищу к чему докопаться. Ну, можно не спешить, это последний чувак уже остался. Так что давайте не спеша проверим разрешение. Так, к чему еще придраться? Значит, карта регионов. Антегрия. Глориан. Ну, вроде как можно пропускать его. Разрешить. Все. Через 2 дня день рождения вашего сына. Понятненько. 5 баксов заработали. 12 человек обслужили. Жилье минус 25, 20. Отопление 10. Хорошо, пойти спать. Импор недоволен ограничениями в торговле. Граница Ростовский, железный занавес. Предвзятые отношения при выдаче виз иностранным журналистам. Понятненько, написали про меня в газете после этого. Про нас, вернее. Что мы не пропускаем их по их лажовым пропускам. Иностранная пресса выражает недовольство, поэтому в процедуру въезда внесены изменения. Все отказы должны сопровождаться печатью. Печатью. Причина отказа. Для печати установлена новая программа. Обоснуйте причину отказа, указав въезжающему на несоответствие в документах. Ага. Обоснуйте причину, указав въезжающему, соответственно, я понял. Процедура. Печать. Причина отказа активизируется во время первого вопроса. Отказывается во въезде. Ставьте в паспорт обе печати. Отказ и причина отказа. Если въезжающий может дать удовлетворительное объяснение по вопросу возникновения несоответствий, нужно разрешить въезд, хотя печать. Причина отказа остается активной. Что, если может дать удовлетворительное объяснение по поводу возникновения несоответствий? Нужно разрешить въезд, хотя печать причины отказа остается активной. Я понял. А, в прошлый раз тоже разыскиваемые вроде как были. Я просто не открыл и не думал, что их нет. Мне просто повезло. Так, чувак. Так. Общие правила. Разрешение для иностранцев.
Ой, паспорт. Где паспорт? Все. Подожди. Отказ. По какой причине? Здесь ясно указано. Ой. Все равно, черт бы вас побрал. Дополнительная работа у нас появилась теперь. Ваши документы. Хочу навестить родственников. Хорошо. Общие правила, внешние. Ой, не внешние данные, вот это. Вот. А, дали нам. Хорошо, проверяем дату. 13-го, все. Даты правильно. Совпади. Так, вы... Так, не совпадение вот здесь. Тут разные. Документ нормальный. Арест. Пройдемте. Далее. Она уже была, кстати, похожая. А, я не прочитал, что там? Гости. 2 недели гости. Так, даты все совпадают, все нормально. Совпадение. Барнадет Валанский. Длинные волосы. Совпадение. Так, 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 так. Проверяем печать. Проверяем, совпадает. Теперь мы должны проверить импор. Импор, энке, все, женский, все совпадает. Волосы длинные. Можете въезжать. Что? Город выдачи неправильно. Хорошо. Продолжительность визита на пару недель, не больше. Пару недель. Транзит, да? Транзит. Проверяем номер. Правильно. Проверяем даты. Даты нормальные. Аке Даджановна. Все правильно. Прическа каре. 58 совпадает, совпадает. Здесь ее вроде как. А, вот она. Хорошо, что я заметил. Арест. Хорошо, я увидел. Так, теперь женщин больше нету разыскиваемых. Только мужики. Мне дали здесь работу, продолжительность визита 90 дней. Работа. Так, даты правильно. Луис Глобский, 24. Все правильно, работа, въезд. Проверяем штамп. Совпадает, совпадает. Значит, это можно положить. Теперь здесь. Так, не совпадение. Надо проверить тебя. Что там у тебя? Случайный досмотр. Повернитесь к сканеру. Здесь ничего, а с другой стороны. Подожди, а вниз можно? Ноги посмотреть. Так, проверим тогда еще карту. Шинклтон.
Чун-чун-чун-чун-чун. Какова цель поездки? Я здесь транзитом. Визит. Пару недель, все правильно. Я раньше тоже работал инспектором, как и вы, много лет в Федерации. Мы почти никого не пропускали. Теперь все делают компьютеры. Так, проверяем. Никола Сунки. Так, правильно, правильно, даты правильно. Проверим фотку. Совпадает. Проверим рост. Совпадает. 19-го. Хорошо, давай. Карта регионов. Федерация Кариста. Проверяем теперь документ. Совпадает. Все, можно ехать. Разрешить. Удачи. Я по тем временам не скучаю. Цель поездки транзит. Транзит сколько? Пару недель. Совпадают даты все, отлично. Номера. Номера совпадают. Ирина Караченко. Только у тебя фотка не совпадает. Это явно не вы. Даже не знаю, что сказать. Отпечатки давай. Давай проверим. Нету совпадений. Ваши отпечатки не совпадают с вашей с нашей базой. А? Одну минуту, подождите, пожалуйста. Что вы делаете? Выпустите. Ну все, попалось ты. Давайте следующих заводите. Ой, я что-то не нажал. Ну мы до 6 успеваем, вот это последний чувак будет. Так, значит, рабочая виза. Так. На ПМЖ, да? Ну на ПМЖ. Готов. Хорошо, что я услышал этот звук. Наверное, он не всегда будет. Он будет иногда самому открывать. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Завтра день рождения сына. Он попросил дорогие карандаши. Ну, как бы можно их купить. Останется 15. А я всего 5 баксов заработал, да? Премия за задержание. Премия за попадение. Нифига себе. Ну ладно. Подарок сделаем ему. Нифига себе, дорогие карандаши какие. Импорт налагает торговые санкции. Немедленный запрет на импорт любых товаров из Арстоцки. Вот так вот. Ну все, это будет в следующем видео, короче, в следующей части. Подписывайтесь, у нас будет какой номер дня? У нас будет 19-й день из 31-го, то есть осталось там 11 еще после этого. Ну и пройдем игрушку, посмотрим еще как, какая концовка, если я смогу вообще пройти. Как видите, у меня уже здесь по-другому идет. То есть можно перепроходить и как бы... все по-другому. Первое сохранение вообще у меня плохо было. Мы заново начали. Все нормально было, там что-то перепроходили. А вот здесь вот прошли так, что мы всегда... Нас в тюрьму посадили из-за того, что у нас много денег обнаружили. Там несоответствие дохода нашего. Из-за того, что мы 1000 баксов я использовал, потом квартиру крутую купил. Хотя надо было, не надо было ее покупать, реально. Я только думал, блин, халява. Взял, купил, не надо было так делать. Надо было жить, как жить, и все, и денег бы было много. Ну ладно, это моя ошибка. Можно потом второй раз играть, уже такую ошибку не допускать. Ну все, ребят, спасибо, что смотрите. С вас лайк, с меня новое видео, другие игры. Хорошее настроение, увидимся. Играйте в хорошие игры. Пока-пока.